Это только между нами, между мной и Ариной. Давай, не напивайся, там много сил. Я так переживаю, ребят, это капец. Кто так двери закрывает? Привет, золото мое. Мы едем с потрясающим настроем, в принципе, разнести нафиг этот дом. До сих пор, если честно, не верю, что мне уже 18. Ребята, меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. И сегодня у меня день рождения, мне исполняется 18 лет. Мне уже подарили самые близкие огромное количество подарков. А я уже говорила в своих предыдущих влогах, где я буду отмечать. Это будет загородный дом. Совершеннолетняя Карина Аракелян, это первый ролик, где мне уже 18 лет. Поэтому ставим лайки в честь этого прекрасного дня. Подписываемся на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что, не подписавшись, вы пропустите очень-очень-очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. Естественно, жмите на... правильно, колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеры, которые я всегда провожу. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, ник вы сейчас видите на своих экранах, там у меня есть уже вкладочка в актуальных под названием 18 свит, где вы тоже можете посмотреть, как прошел мой день рождения. Там побольше подробностей, то, что даже в кадр не вошло, кто как у меня поздравлял, все детали мероприятия, это я тоже, естественно, для вас подсниму, потому что через полтора часа уже выезжаю. В тех влогах, кстати, по ссылочке ниже в описании, посмотрите, как я готовилась к этому дню, кто еще не смотрел. Я, естественно, буду одета вся в черный. Это мой любимый цвет. В общем, я просто хотела именно выглядеть так, как мне подобрал одежду стилист. Поэтому я желаю вам приятного просмотра. Это влог, мы можем начинать. Поехали! Закрыто, но потихоньку приходите. Для лица, да? Спасибо. Знаешь, есть пословица, что подарить человеку, у которого все есть? Охранную сигнализацию, да, чтобы все это не украли, оставь. Но если у тебя и охранная сигнализация есть, мы можем тебе подарить только яркие впечатления, да? Ну вот мы с мамой думали, решили яркие впечатления, какие тебе подарить. Ну это полет на вертолете, короче, чтобы ты сняла видео там на трех человек, то есть оператор. Можешь сама снять, короче. Короче, с двумя друзьями. Вот полет над Москвой на вертолете, короче, тут сертификат. Спасибо большое, папа. Офигенно, спасибо большое. Итак, давай гадать, что там. Открывай. Нифига ты. Прочитай там записочку. Я, ребят, не покажу вам, что там написано. Это, ребят, соляная лампа. Открываем. Так, сама лампочка. Опа. Капец, она тяжелая, слушай. Буду облизывать, ребят, если мне нужна будет соль. Реально. Прикинь, письмецо. Ты переверни. Ты что там написано? Печать. Аракелян Карина, город Москва. Так. Грамота о том, какая я крутая. Свидетельство о заключении дружбы. Мы с Ариной делали, короче, договор о дружбе, который у меня в личном дневнике. Сейчас я вам вставлю, где я вам показывала этот договор. Ну, естественно, мы с вами дошли до договора о дружбе с моей лучшей подругой Ариной. Вот так вот он выглядит. Для того, чтобы прочитать этот договор, его нужно вот так вот развернуть. Клянусь не бросать мою подружку в беде, не обижать ее, ходить вместе, разговаривать по одному часу по телефону. Обязательная информация именно по одному часу, ни больше, ни меньше. Мы с тобой лучшие друзья, я клянусь дружить с моей подружкой и любить ее тоже как подружку. Офигеть! Супер, вот это я, конечно, открываю. Так, красивенько упаковано. Это у нас
шоколадные пиписьки. Ну что, 18 лет можно, в принципе, и отведать, так сказать. Это свечка, ребят, видели, которая популярная, типа, да, вот такая вот. Дальше. Флайпланер. Это у нас что такое тут? Арин. Это плетка. И последнее. Вот такой вот шиммер для ванны, знаете, ребят, который переливается. Спасибо, Аришечка, большое тебе. Спасибо огромное. Все утро, ребят, я слушаю и читаю поздравления от вас. Хочу сказать каждому огромное спасибо, потому что поздравлений нереально много. У меня просто разрывается директ. Каждую секунду приходят поздравления. Я чисто физически не успеваю всем отвечать, поэтому говорю вот тут вот на камеру. Спасибо вам большое. Зайка моя любимая, зайка моя хорошая. Доброе утро тебе. Я хочу тебя поздравить с днем рождения. Ты уже совершеннолетняя, взрослая, взрослая девочка, я тебя очень сильно люблю. Желаю тебе, чтобы ты только развивалась, чтобы у тебя было денег, чтобы ты всегда была счастлива, неважно с кем. Самое главное, чтобы просто была счастлива. Я тебя очень сильно люблю. С днем рождения тебя, пупс. Ой, ребят, в общем, я счастлива. Мне подарили очень крутые подарки, в особенности от родителей. Я пойду проводить время с близкими, и потом уже мы будем выезжать на само мероприятие. Добрый день. Здрасте. Семья, вот Михалёва поздравляет вас. А, Михалёва, спасибо большое. С праздником. Очень приятно, спасибо большое. Мила, заходи. Спасибо. Посмотрите, какой букетик мне из Челябинска мои родные прислали. Но это, правда, букет не из Челябинска, его в Москве собирали. А, как он пахнет. Просто вау. Какой красивый букет. Я тебя люблю, давай целую. Слушайте маму, папу. Спасибо, дедушка, я тебя люблю, давай. Спасибо. Давай, целую. Спасибо большое. Кариночка, я тебя от всей души тоже поздравляю. Ты не представляешь, как я рада за тебя и как я люблю тебя. Спасибо, бабушка, я тоже тебя очень сильно люблю. Моя хорошая, ты дома сейчас еще? Да, я дома, в 3 часа выезжаю уже день рождения отмечать. Молодец, молодец, давай, не напивайся там много сильно. Хорошо, баб, я не пью больше алкоголь. Ну, веселье тебе, бабуша, веселись, чтобы запомнил этот день на всю жизнь. Хорошо, бабуль, спасибо. Один раз бывает в жизни 18 лет, короче. Да, спасибо, баб. Моя хорошая, пока. Люблю тебя, пока-пока. Люблю тебя. И я тебя. Настюш, ё-моё. Днём рождения. Спасибо большое. Спасибо, золото. Привет. Ну что, ребята, приехала моя первая подруженца. Знакомьтесь, Настя. Привет. Вот, мы с ней на самом деле с самого... Со скольки лет мы знакомы? Я вообще не знаю. Ну, блин, лет 6. Наверное, у нас родители, да, у нас родители очень-очень хорошо дружат, поэтому мы сегодня поедем вместе, а вторая подружка, она уже подойдет в саму машину, вот, она немножечко подопоздает, вот, но Настю я позвала заранее, поэтому все прекрасно, в принципе, через час уже нужно будет выезжать. Ну что, дорогие мои, мы уже готовы выходить, тут сидит Настюша, Ариша, уже почти собранная, она крутила себе волосы, надела кофточку, покажись. Такая вот красоточка. В итоге, ребят, лимузин еще не подъехал, буквально 5 минут осталось, Маша уже подошла, поэтому я ее позвала быстренько подняться сюда, вот, я сейчас ее встречу, она буквально с минуты на минуту должна прийти, и мы все вместе будем выходить, такие дела. Кто так двери закрывает? Привет, золото мое. Солнце, привет. Капец, там снегопад, да? Ой, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Большое. Ой, ребят, посмотрите на этот прекрасный пакетик и на эту прекрасную персону, которая ко мне пришла. Вот, все, мы сейчас уже будем выходить. Спасибо.
В общем, дорогие мои, мы едем. Такая вот у нас тусовочка. Все подсвечивается неоном. Красота, настроение у всех прекрасное, но при этом же пока что спокойное, скоро будет неспокойное. У меня небольшая тревога, если честно, потому что я в предвкушении того, что будет, в принципе, на моем мероприятии. Мне должны вот-вот, как мы приедем, все показать, собрать, как я вам говорила. Мы едем с потрясающим настроем, в принципе, разнести нафиг этот дом. Я вам точно говорю, ну, я точно, не знаю насчет девчонок, как, кто себя будет чувствовать, ну, как я понимаю, да, все готовы, нам осталось ехать примерно 40 минут, мы сидим, болтаем, я выложила очень прикольный пост к себе в Инстаграм, кстати, пользуясь случаем, обязательно подписывайтесь, там скоро будет 2 миллиона 300 тысяч подписчиков, спасибо вам большое, мы едем отмечать мое совершеннолетие, и к 7 часам уже, когда меня соберут, будут все потихонечку подходить, едем. Ну что, дорогие мои, вот так вот выглядит дом, где будет, собственно говоря, проходить сегодняшнее мероприятие. Я уже тут была, но была летом, поэтому сейчас оценю дом на состояние, так сказать, внутри. Карина Аракелян Ревизорро. Вот, так что пахнет тут природой, так как это все дело находится за городом. Тут можно, как вы видите, делать шашлычочки. Сейчас будем наводить мне марафет. Посмотрите, сколько всего. Вот такая вот красивая комната. Самая лучшая вообще из дома. Две девочки на фоне такой прекрасной комнатки еще круче смотрится. Ладно, шучу, не так прекрасно. В общем, вот такая вот комнатка. Тут поворачиваем налево. Душевая, в принципе, открытая. Стесняться как бы уже нельзя, так как мне 18, шучу, можно. В общем, вот такой вот туалет. Ну и красота. А вот мои боты, ребят, посмотрите, какие огромные. Просто вау. Ну что, ребята, там уже тестируют колонки, мне сделали вот такой вот макияж, мы еще не закончили, чуть-чуть подмажем его, подкорректируем, пришли девочки, ходили за едой, видимо, еду не получили пока. Да. Я... Терпись, пожалуйста. Терпите, все, скоро уже это начнется. Я надела топик, зачем? Чтобы, во-первых, не запачкать худак, и мы уже приступаем к прическе, чтобы мне потом было проще переодеться. Ну-ка, покажись. Еще не все. Красиво. Мы померили, ребят, второй образ, который у меня будет на мероприятии. Вот такие вот штаны, будут высоченные каблуки. Вот как раз-таки они валяются тут, таким вот образом выглядят. Вот, и в принципе можно приступать к основному луку. Я довольна, я влезла в 36 размер, прикиньте. Ну что, ребята, ко мне уже пришла Лизочка прекрасная, подарила мне подарок, меня уже переодели, и мой лук, в принципе, подснял уже мой оператор, поэтому, дорогие мои, я хочу вам сказать одну прекрасную новость, не знаю, прекрасная она или нет, но с этих пор я прощаюсь вот с этой камерой, меня будут снимать на другую, я уже спускаюсь вниз, все гости начинают потихонечку подъезжать, можете оценить мой лук по 10-бальной шкале ниже в комментариях, потому что его уже показали, как вам вообще, как вам второй лук, который будет. Ну и, в принципе, я уже спускаюсь. Начинается, как вы можете заметить, мои книжки выложены уже прямо здесь, как бы страшные истории, все дела, все, что я готовила больше месяца, красивейшие просто шарики в серебре, я обожаю серебро, как вы могли в принципе заметить, электронные сигареты и наклейки, я уже вам их показывала, где в каждой открытке есть как бы подпись Аракелян Пати, чтобы гость точно запомнил, где он был этой ночью, этим вечером. Скоро, кстати, приедут мои родители, которые поздравят меня и дождутся, чтобы я сдула, так сказать, свечки с торта. Ну и, в принципе, можно уже начинать веселиться, гости потихонечку подходят.
Итак, Наташа, с Артемом держи. Прям в коктейль. Да, прямо на коктейль. Сегодня можно все. Это чтоб ты зажигала без этих пакетиков. Ну просто никуда. А, это отдельно, да? Это мы вместе. А, держи, да. Это у твоих ног. Спасибо, не говори. Всего тебе самого лучшего, чтобы ты расцветала, как алый лепесточек, который падает, ну, откуда? Уже можно все. Ну да, уже можно все. Чтоб ты, знаешь, вот так расцветалась по этому миру и взяла. А это что тут такое? Такое крышка. Парад, ну, парад. Очень много подарков, очень много ребят с хорошим настроением, в основном все. Я, естественно, тоже счастливая, потому что скоро приедут мои родители, но не счастливая в плане того, что многие опаздывают. Поэтому ждем всех и продолжаем праздновать. Всем пришла моя красивая сестренка, моя любимая, мое золото, мое сладкое. Поэтому, ну, если серьезно, ты знаешь, как мы к тебе относимся, вот, продолжай в том же духе, вот, ставь цели, добивайся, оставайся такой же красивой, заботливой, любящей, любимой доченькой. Мы тебя очень любим, ну, и в свою очередь с мамой мы, как и прежде, будем для тебя поддержкой, опорой. Мы тебя любим. Вот 18 лет, это, мне кажется, вот самый главный возраст становление человека, ну, то есть вот что-то 18 лет себе заложишь, то у тебя ближайшие, не знаю, лет 5-10 будет продолжаться в жизни. Именно поэтому я хочу, чтобы ты свои 18 лет провела, как сказали твои родители, в работе, собственно, как и всегда, но только еще больше, чтобы ты добивала своих поставленных целей и чтобы все у тебя получалось так, как ты этого захочешь. Я безумно тебя люблю. We'll be right back.
такие крутые видео, я стараюсь. Я реально с самого детства вот прям мечтала, чтобы у меня была такая крутая аудитория. Спасибо вам большое, поздравлений было очень много. Также огромное спасибо всем моим родственникам, всем друзьям, которые находятся сейчас на этой вечеринке. Для нас ночь только начинается, вы можете подписаться на мой инстаграм, ник вы видите сейчас на своих экранах, или же по ссылочке ниже в описании. Все будет просто замечательно. Мы продолжаем тусить, а я с вами прощаюсь. Спасибо большое, что досмотрели это видео до самого конца. Ставим лайки, подписываемся на мой канал. И всем пока-пока. До скорых встреч.